Всем привет, дамы и господа. Ну что, сегодня мы сможем забрать уже бесплатный бэкпэк. Заходим сюда, смотрим. Уничтожьте статуи щелкунчика. Погнали, я вам объясню, что и как. Ребят, полетели бить статую щелкунчика. Я нахожусь сейчас с командой потасовочки. Летим сразу же на беспечный берег, так как здесь у нас есть сразу же несколько статуй, которые нам понадобится уничтожить. Поэтому летим сразу на беспечный берег. Летите сразу же на этот домик, на который лечу я. И отсюда вы можете уже сразу заметить первую статую, которую мы сейчас прямо и грохнем. Окей, вот так вот выглядит статуя щелкунчика. Подбегаем. Вот так вот быстро грохаем и бежим сразу же на следующую. А следующая у нас вон там вот находится. Я думаю, мы добежим сейчас по фасту. Оп-оп-оп. Вон еще один щелкунчик. Два щелкунчика здесь грохнули и уже плюс моралечка какая-то. Окей, сейчас сразу на другую локацию бежим. Есть. И еще осталось три. Сразу же летим на следующую точечку, где у нас есть статуи. Это у нас австралийские ограды. Опять-таки командная потасовочка. Все на месте, все здесь. Все как надо. Вот к этому домику крайнему подлетаем. И сразу же здесь у нас будет еще несколько статуэточек. Вот отсюда вы уже можете лицезреть, типчик стоит, да? Так, ну еще пару щелкунчиков мы здесь сейчас с вами грохнем. Раз. Два. Окей. И у нас остается последний. Последняя точка — это у нас торговая точка. Вот здесь вот крайнее здание. У нас есть щелкунчики, как вы видите, много. Людей сюда тоже летит вместе со мной. А, вот я уже вижу его. Окей, мне надо его просто забрать. Первый прилетаю и забираю. Окей, ребят, задание выполнено. Погнали, заберем нашу награду. Окей, 10 тысяч X сезонный опыт. И что еще? Замечательное украшение на спину. Снежная сумка, ребят. Офигенный бэкпэчик. А самое главное, что? Бесплатный. Бесплатный крутой бэкпэк, ребят. Все. Что я могу вам сказать? Спасибо всем за просмотр. Кто посмотрел, использовать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.